все увидишь. Сюда нельзя. Подождите, товарищ. Вон маленький, там ему не видно. Можно посмотреть здесь? Сюда нельзя. У нас места наверху. Вы с ума сошли. Ну, сейчас делегация. Вы поймите, первый раз в театре. Освободите ложь. Но он же маленький. Они звонили. Они могут каждую минуту приехать. Они просили начинать. Ну, там где постоять? Не помешай. Ну, пошел. Я сейчас приглашу администратора. Андрей, пойдем. Пускай смотрит. Ты с ума сошел? Граждане, вы что, русского языка не понимаете? Освободите немедленно ложу. Ну, пусть посмотрит. Он же маленький. Ну, пожалуйста. Я сейчас милицию вызову. Я сейчас вызову милицию. Я им все говорю. Сейчас. Я им все объясняю. Я даже предупреждаю. Я вижу, как вы объясняли. Андрюшенька, пойдем, скандал будет, а? Заткнись. Сюда. Вот он. Ты че, мужик, ошалел? Тебе же ясно сказано, бери ребенка и иди отсюда. Ребят, ну пусть посмотрит. Ребят, ну он же маленький. Что вы делаете? Отпустите его! Маленький. Фу, Андрей. И ничего, и красиво тут. Вот тут галстуки. Сейчас мальчика уберем, все в порядке. Сходили в театр. Отлично. Оре. Передайте господину Ахири, что я приношу ему и семье мальчика свои глубочайшие извинения за действия этих идиотов. Ну что, ребенок вам помешал, да? Ничего, я с вами еще разберусь.